Свыше 200 тысяч вызовов поступило на номер 112 в Одинцовском городском округе с начала года. По статистике, более 90% обращений связано с работой экстренных оперативных служб. Более 70% из них адресовано скорой медицинской помощи, более 25% – полиции и ГИБДД, остальные 6% – пожарной охране, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.